У нас продолжается исследование на предмет качества ремонта дорог улицы Кулибина. Вот мы вот свернули на улицу Кулибина 13, и мы видим, что здесь ремонта не было очень давно. То есть это такие вот ямы, которые украшают улицу прямо вот в центре. И причем это не одна из самых больших ям, но в принципе чуть поменьше ямы в части и дальше. Конечно, необходимо здесь все-таки провести какой-то ремонт.